Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев прибыл в Уфу по семейным обстоятельствам немного позже запланированного. Двусторонние встречи были отменены, и президент ограничился участием в основных мероприятиях. В уфимском саммите ШОС, как утверждают лидеры стран, принято историческое решение расширить организацию за счет вступления Индии и Пакистана. В узком кругу без журналистов лидеры шестерки согласовали основные вопросы, и уже на расширенной встрече стало известно о том, что принято 17 решений. Саммит открывает новый этап развития ШОС. Впервые за время существования организации запускается процедура приема новых членов. Мы договорились о том, чтобы повысить статус участия в работе ШОС Республики Беларусь до государства-наблюдателя. Кроме того, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал – присоединяются к семье ШОС в качестве партнеров по диалогу. Отмечу, что еще целый ряд стран высказывают заинтересованность в подключении в той или иной форме к нашей организации. Будем внимательно, с учетом соответствующих требований, рассматривать их заявки. В своем выступлении Владимир Путин, в частности, обратил внимание на проблему роста производства опиатов в Афганистане, подчеркнув, что весьма существенные средства от продажи наркотиков поступают на поддержку террористов и экстремистов. По данным российских специалистов, масштабы культивации опиумного мака в 2014 году в Афганистане выросли на 7%, а объем производства опиатов достиг 6,4 тысяч тонн. Условились с коллегами наращивать координацию по линии Министерств обороны для более эффективного мониторинга ситуации и согласования совместных действий по оккупированию возможных угроз. Договорились также о продолжении практики ежегодных антитеррористических учений. Весьма существенные средства на поддержку террористов и экстремистов поступают от продажи наркотиков, производимых на территории Афганистана. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что поддерживает стремление партнеров расширить организацию. Кыргызстан поддерживает принятие решений о начале процедуры приема Индии и Пакистана, члены Шанхайской организации сотрудничества. Кыргызстан также приветствует решение о предоставлении Белоруссии статуса государства-наблюдателя, а также Азербайджану, Армении, Непалу и Камбодже статуса партнера по диалогу ШОС. Позитивно отозвался глава государства и о решении утвердить стратегию развития ШОС до 2025 года, отметив при этом, что вопросы обеспечения мира и стабильности должны быть для Шанхайской организации приоритетными. В этой связи на передний план выдвигаются вопросы адаптации работы организации к новым реалиям. В этом плане принимаемая сегодня стратегия развития ШОС до 2025 года рассматривается в качестве ключевого документа, отражающего основной курс деятельности ШОС на предстоящие 10 лет. И, как известно, вопросы обеспечения безопасности были всегда основополагающими при создании ШОС. Считаю, что они и сегодня должны оставаться в ряду первостепенных приоритетов. Тем более, что с момента завершение прошлогоднего заседания, всего за один год ситуация и в регионе, и в мире очень сильно изменилась. Появились еще новые очаги нестабильности. Шанхайская организация сотрудничества – это союз безопасности. Достигнуты договоренности о совместном усилении борьбы с незаконным оборотом наркотиков, экстремизмом и терроризмом. Кроме того, страны-участницы ШОС намерены создать международный центр проектного финансирования на базе межбанковского объединения организации. Лидеры считают, что совершенствование стран организации в финансовой сфере является одной из приоритетных задач. Канат Канеметов, Алтынхан Бабаев, Общественный первый канал, Уфа, Башкирия.